Новый мурал героя войны хутка з'явится у Новобелецким районе Гомеля. Размова идет про портрет маршала Константина Рокоссовского, який зараз наносить на торец новобудовли по улице Ильича. Граффити вышиней у 30 метров выконывают Максим Козлов и Сергей Гауриков, якія ранее працавали над муралом Емельяна Барыкина. Ён отримал шмат становчих водгуков сирот гамельчан, тому было вырашено протягнуть серию портретов вядомых военных деячов, житё яких было связано с областным центром. Мастаки не упершиню працуют с такими великими граффити, однако у гэты раз все значно ускладняется из-за спякоты и периодичных дождей и ветру. Квадратов примерно 400. При хорошей погоде можно было сделать за 2 недели примерно так. Здесь по-любому есть нюансы, есть погодные условия, есть технические моменты в плане того, что поставить проектор, нету, допустим, не хватает расстояния. И, то есть, ну, в каждой работе есть свои нюансы, каждая работа индивидуальна. При створении эскиза мастаки імкнуліся зрабіць его у такой же стилистице, як и портрет Барыкина. Хутчэй за все серия портретов героев войны протягнется и далее.